Thank you.
Thank you.
конкурсные выступления в третьем туре продолжает Александра Ли, Россия. We invite to the stage Alexandra Lee, Russia. Вольфганг Амадей Моцарт. Концерт номер 5 для скрипки с оркестром. Ля мажор. Wolfgang Amadeus Mozart, Violin Concerto No. 5, A major.
Thank you.
Красноярский камерный оркестр, художественный руководитель, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России Михаил Бенюмов. The Krasnoyarsk Chamber Orchestra, music director and principal conductor, honored artist of Russia, Михаил Бенюмов. Небольшой перестановки участники продолжат свое выступление. The participants will continue the performance after the rearrangements on stage.
Thank you.
Свое конкурсное выступление в третьем туре продолжает Даниил Коган, Россия, Канада. Continuing his performance, Daniil Kogan, Russia, Canada. Рахманинов, элегическое трио номер один, соль минор для фортепиано, скрипки и виолончели. Rachmaninoff Trio Elegiac for piano, violin and cello number 1 in G minor.
Конкурсное выступление в третьем туре продолжает Александра Ли, Россия. Continuing her performance, Alexandra Lee, Russia. Рахманинов, элегическое трио номер один, соль минор, для фортепиано, скрипки и виолончели. Rachmaninoff, trio, elegiac, for piano, violin and cello, number one, in G minor.
Thank you.
Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Мечетина. Honored artist of the Russian Federation, Екатерина Мечетина. Заслуженный артист Российской Федерации Борис Андрианов. Honored artist of the Russian Federation, Boris Andrianov. Первый день третьего тура завершен. The first day of the third round has finished. Уважаемые участники, большое спасибо за доставленные минуты удовольствия. Продолжение третьего тура состоится завтра в 19 часов. До встречи. Dear participants, thank you very much for your hard work today. Round 3 continues tomorrow at 1900. See you then. Thank you.